Молодежная творческая школа «Держи лайнап» – это грант Росмолодежи. Цель – поддержать, передать опыт, научить писать музыкальные композиции и помочь исполнить авторские произведения. Державинский университет принимает самых активных творческих музыкальных детей с Центрального федерального округа. Мы в течение недели обучали детей писать аранжировки, делать музыкальные композиции и создавать треки. Сегодня этот концерт именно покажет то творчество, которое они, можно так сказать, 24/7 создавали с наставниками команд. Вы все увидите сегодня на концерте. В течение недели у ребят проходило обучение. Для них проводили мастер-классы с экспертами музыкальной индустрии, лекции, а также диалоги на равных с музыкантами региона. Итогом проделанной работы стали творческие проекты. Сегодня на гала-концерте ребята исполняют свои авторские песни и композиции, которые они создавали в командах вместе с наставниками, студентами и преподавателями Державинского университета и опытными музыкантами области. Школа «Держи лайнап» объединила около 600 школьников. Из них более 120 представили свои творческие проекты на гала-концерте. Участниками стали ребята из Рязани, Владимира, Липецка, Москвы и других городов. Так Варвара Баранова, участница, прибывшая из Твери вместе с Артемом Травиным, исполнит собственную песню «Люди или книги». Я считаю, что это очень важная сфера для людей, потому что развивающееся поколение должно понимать то, что творчество – это по-настоящему важно, то, что ты можешь показать себя через какие-то свои песни, рисунки, то, что ты можешь показывать себя в разных сферах. И эти проекты помогают также сплочаться и объединяют очень много людей. Здесь познакомилась с очень хорошими людьми, и это очень многое дало мне. В завершении концерта независимое народное жюри выберет лучшую музыкальную композицию. Победителя ждет диплом, подарок, а также запись собственного трека в профессиональной студии и выпуск его в сеть. Полина Матовникова, Алина Сири, Александр Кобзарев, «Область новостей».